Итак, добрый день, дорогие посетители моего блога или видеоканала на YouTube. Меня зовут Надежда Надеждина. И сегодня я хочу ответить на вопрос, который мне иногда задают. Что случилось с KGC Networks, что произошло с этой компанией? Хотя это достаточно давняя история, потому что прошло уже с тех пор несколько лет, но я являюсь не только очевидцем, но и участником этой истории, поэтому сейчас вам объясню ответ на этот вопрос, что произошло. И раз вы этой темой заинтересовались, значит, вы знаете такую компанию KGC Networks, которая с 2003 по 2008 год работала в России очень успешно и во многих странах СНГ. И они действительно работали очень мощно. Очень мощная была система обучения, отличная система бизнеса, хорошая система личностного роста, развития людей. Они давали людям возможность осуществлять свои мечты. Хоть это было и непросто, хоть был сильный маркетинг-план, такой жесткий достаточно и так далее. Но все это работало, это была огромная машина, и все это было очень величественно и красиво. Каждый год было путешествие в Канны во Франции, где торжественно происходило событие признания, чествования лидеров, людей, самых успешных этой компании в известном Каннском дворце кинофестивале. И все это действительно очень глобально было и красиво. И много-много-много тысяч людей затронуло этой компании. И сейчас, в 2008 году она ушла с рынка, она закрылась. Сайт закрылся, склад в Москве закрылся, остатки продукции были распроданы за копейки, и компания закончилась. Что же произошло с ней? Сейчас ту продукцию, которая больше всего известна была в компании KGC Networks, это гель Volupta, сейчас он носит название Allura, и система подтяжки лица Sensation 18, сейчас она называется Skin Dulcens. Сейчас эту продукцию можно найти в компании NHT Global. И, конечно же, вопрос, как они связаны между собой. На самом деле ситуация такая. Человек, учредивший компанию KGC Networks, его зовут Фабрис Каррерве, он стал в один прекрасный момент дистрибьютором компании MyLexus. Это было еще в 2002 году. Это американская компания, которая на сегодняшний момент называется NHT Global. И тогда он начал уже сотрудничать с ней, открыл представительство в России, в Европе, назвал свое подразделение MyLexus Europe. Но в ноябре 2003 года он решил основать свою собственную компанию, просто покупая продукцию в NHT Global, в компании MyLexus в прошлом, и продавая ее здесь, в России. И он для того, чтобы открыть свою компанию, чтобы иметь достаточное финансирование, чтобы сделать свой маркетинг-план, он поднял цену продукцию в 3 раза на систему поддержки лица, в 6 раз на гель Allura, который стал валютой, выпустил их в своих коробочках под своих названием и стал работать. Поэтому, несмотря на то, что была колоссальная система обучения, мотивации и просто сумасшедшая работа проделала с дистрибьюторами, нами, партнерами компании KGC Networks, было сложно развивать бизнес, именно потому что цены были неподъемные, очень сильно завышенные. И так как компания NHT Global не стояла на месте, сама производитель, они стали открывать рынки Европы и стали подходить ближе к России, и тогда уже люди стали многие узнавать, что есть возможность заказывать продукцию в разы дешевле. И Фабрис, он стремительно пытался найти новые какие-то продукты для того, чтобы продавать через KGC Networks, сделал свою маску, линию косметики Belle de France, потом еще какие-то продукты, но эти продукты уже не были столь востребованы и столь эффективны. Поэтому компании KGC Networks пришлось закрыться, уступив место на рынке непосредственно производителю компании NHT Global, которая продвигает продукцию действительно по доступным ценам, с очень изумительным маркетинг-планом. И сейчас компания KGC Networks не существует. Но, в принципе, вы можете легко найти и продукцию Allura, Volupta, которая раньше была Skin Dulcens, Sensation 18, в нашей компании NHT Global, в которой мы сейчас работаем. Знаете, очень яркий показатель лично для меня был того, что стоит сейчас сотрудничать с NHT Global, это то, что с 2003 по 2008 год, пока в KGC Networks мы, партнеры, упорно сражались за свою мечту, за свое финансовое будущее, за развитие своего бизнеса по всей России, боролись с долгами, какими-то с финансовыми трудностями, за эти же годы в компании NHT Global появилось более 30 миллионеров, более 30 человек, которые построили бизнес, приносящий им доход свыше миллиона долларов США. Это мне показалось эффективность маркетинг-планов. Насколько более эффективный маркетинг-план, план вознаграждения именно компании KGC Networks, именно компании, то есть NHT Global, потому что KGC Networks за те же самые годы не достигла таких результатов, несмотря на сумасшедшую мотивацию и очень сильную действительно школу. Поэтому NHT Global, во-первых, продвигает продукцию ту же самую, качественную, эксклюзивную, именно от производителя, по ценам в несколько раз дешевле. Во-вторых, у нее идеальный маркетинг-план, который рождает миллионеров. В-третьих, это настоящая компания-производитель этой продукции. Поэтому вот вам такой ответ
на вопрос, что случилось с KGC Networks. Если вам интересна продукция или компания, обратитесь ко мне, я вам подскажу, как это все получить и как сделать поистине удивительный международный бизнес. Желаю вам успехов!